Прекрасный рассвет за спортивной спиной рэпера, друзья мои. Так, короче говоря, я вас поздравляю. В прошлом видео уже сюда пришел. Смотрите, что мы еще и нашел. Кресло-качалка, стул-качалка, да, как бы кресло-качалка. Смотри, диван, который снаружи стоит под дождем. Это сейчас и у нас в нашей северной стране изредка встречается. Но это вот. А, я помню, да, в деревне Алабино. Там, где у меня подруга живет. Так, смотри. Ага, вон оно что. Так. Интересно было прочитать надпись. Подожди. Сейчас мы достанем фотоаппарат. Да, и наведем это мне. На YouTube подсказали. Так, номер телефона. Баррикадос. Ребята. Лос Сепулкрос. Деспирадос. Эль Мариачи. Это самое, как это называется, Эль Чувачина. Давай-ка тогда что? Ну вот, да, поздравляю. То есть я тут мне не написали, что это. Ну, видишь, тут это, ну, соответственно, естественно, это водокачка. Я так понимаю, что рядом должна быть, наверное, скважина или как? Насос. Ходим пешком, друзья мои. Пошли под мост. Я думаю, что по пальцам пересчитать народ, который под этим мостом когда-либо проходил. Так же, как и под мостами в нашей с вами у меня была полоса, я думаю, это бронежилет, а это была дыхательная полоса. Слушай, там полная движуха. Я так понимаю, что поскольку под мостом проходит Сиджей, слушай, по звуку там это, пожарная машина. Ну да, я же говорю, поскольку под мостом проходит Сиджей, здесь мгновенно случилась авария. Большой барабум, ребята, пятый элемент. Так, что у нас в ту сторону? Это у нас что, Лас-Вегас? Ну что, заглянем в карту? Да, это Лас-Вегас, ребята. Лас-Вегас, штат Невада. А мы с вами, друзья мои, на побережье Лос-Анджелеса. Да, смотри, как далеко видно. По карте тут еще черти сколько, да? Давай перелезем через отбойник. По карте, то есть ты еще что-то минуешь, а там уже мы видим. Так, ну что, под тот мост пойдем? Там вот у нас что за городок виден? А сейчас мы пойдем посмотрим, вон, указатель. Давай немножко увеличим выносливость. Ну вот, разве это не чудо, ребят? Мы с вами идем по американской автостраде пешком в реальной рэперской футболке. Я хочу, кстати, я говорю себе, рэперский прикид заиметь. Да, Лас-Вегас, Паламина Крик. Так, ну что, и тогда Пламина Крик. Рядом мы были. Давай, может, мотик возьмем. Ух ты, Ктарок, охренеть. О! Так, тетушка. Чё? О! Тетушка. Дай. Извини, кэвбой. Значит. Да, ребята. Изумительные оптимистические голоса. I love America. Love every night. So beautiful. Да, все. Sunny day. Убираем. Вот, тогда что? А, вот это здесь прыжки можно делать. Давай. Сейчас нам заплатят. Шик. Кинематограф, ребята. Так, залив Паламина. Ну, Паламина Крикенами с вами. Вот у нас тут ходят ковбои. Ну, Паламина Крик, я тут уже, конечно, погулял. Тут, кстати, сохранялка есть. Ой, извини. А, вот этот самый легендарный Volkswagen, который... Машина правда, и который в Twin Peaks. В новом. Последнем Twin Peaks 18-го года. Моя рекомендация. Так, что тут? А, тут пожарка. В принципе, можно было бы, конечно, поработать на пожарной машине, я не знаю. Бабло нужно. Чё, поработать, что ли? А давай, все равно надо. Сейчас, правда, я думаю, что здесь, наверное, не самое лучшее место, возможно. Сейчас глянем.
Так, полиция. Главное, не тронуть полицию. Так, ну что, смотрим. Включили. Что такое-то? Пожарный. Погнали. Блин, пошла песчаная буря, ребята. Так, здесь, я думаю, мы протиснемся. Да, здесь у нас проселочная дорога. Знаешь, вот когда я уже говорил это все, еще раз повторю, что когда вот эти клиенты пожарные, они разбросаны где-нибудь под развязкой, очень, очень неудобно до них добираться. Так, и... Ну, сейчас попробуем. Так, дальнобой, дай задний ход. Мы с тобой оба мужчины, мы должны друг друга беречь. Ну да, сейчас у нас тут люди будут уже... Да ладно, что, быстренько пройдем. Все равно надо. Просто у меня пока нету другого способа пока добывать бабло, я не знаю. Так, главное полиция, чтобы не было. А, отлично, сейчас вот здесь проедем, как раз срежем уголочек. И... Так, ну это уже опять половина крик. Так, это что здесь? Payday Loans. Это Pay, это тут что-то платежное, может быть, какая-то. Что вот такое Payday Loans? Что это значит? Надо будет... Ребята, я потом, когда видео буду загружать, почитаю. Это все просто необходимо узнавать. Потому что это... Ой, извини. Ну вот это, кстати, когда вот такое грязное прохождение, вот когда... В GTA 4 вот это уже имеет значение. В GTA 4 уже совсем не хочется нарушать правила. Кстати, в GTA 4, ребятки, я бы поиграл сейчас в ближайшее время. Это, конечно, очень такая игра уже для зрелых людей, скажем так. GTA 4. Ну чё, где он у нас стоит? Похоже на рукаве.